Фак. Ребятки, я не убрал кровать, ну ладно. Я думаю, ничего страшного. What's up, motherfuckers? На последнее видео с Дэвидом Добриком вы отозвались исключительно положительно, поэтому, ребятки, я буду продолжать эту рубрику. Смотрим следующую серию Добрика. Погнали. Дэвид Добрик приготовил сюрприз для Биг Ника. Это дом, ребята. Он постоянно курит, гашит, короче, он веселый чувачок. А в общем, они говорят, что Биг Ник, мы тебе приготовили кое-что особенное в этот раз. Он говорит, Биг Ник, смотри, я тебе привел твою новую девушку. И Биг Ник говорит, are you fucking kidding me? This is Christine. This is Big Nick. I'm Nick. Oh, that's adorable. Not everything has to do with dwarves. Like, I just want you to look at me like a normal person. Oh, you're... Бигни говорит, не все должно связано быть с дорфами. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня как на нормального человека. И ты говоришь, типа, что Кристин это ненормальный человек, да, Бигни? Дэвид Добрик говорит, типа, ну, подъебало немножко. Wow, you're gonna fucking play that card now. Like, I'm sorry, dog, but dwarves are not just dispensable for your content. This is my buddy Jack, and he's gonna help me prank some guys. He brought over his pet tarantula. That thing is the... Это его кореш Джек, и он приготовил небольшой подарок для своих друзей. Он будет удивлять их вот этой тарантулой. I'm just drawing. No, you can't tell what the picture is yet. You can look at the picture now, but... Ребят, вот этот Джейсон, он вообще супер крутой. Он так круто играет. Потом увидите, это просто жесть. В общем, смотрите, он сначала закрывает глаза, чтобы они не видели, кидает на них тарантулу, и потом говорит, открывайте глаза. Такие сюрпризики часто случаются у Дэвида Добрика во влогах. Джейсон спрашивает, чей это тарантула? Джек ответил, что это его соседа. И Джейсон говорит, он что, сумасшедший у тебя там? This is an impossible game. This is an easy one. What is it? It's not easy. Look up. Look up at it. Look up. Oh my God. Жесть, вообще жесть. Ребят, это Джош Пек, он снимался в телесериале Дрейк и Джош по Никелодеону. И вот он тоже во влогах у Дэвида Добрика, например, играет. Look at it, but don't move. What? Don't be aggressive. Oh, my fucking Он говорит, я думал, этот дом тёргает меня за сосок. Дом это тоже еще один чувачок. А это не дом, это тарантула бегает по тебе, брат. I can look at the couch? Yeah. Это Карина, прикольная девочка. Классная реакция. Ему говорят, пожалуйста, ты хотя бы сделай реакцию для контента, чтобы у нас было агрессивно и эффектно. И вот он тогда такой, типа, всего-то ничего, тарантула у тебя на животе лежит, да? Зейн, что ты думаешь, у тебя там на животе лежит? Все, он в шоке вообще, ребят. Он мертвый? Нет, он не мертвый. What the fuck? No, you have to guess what it is. You have to guess what it is. Guess if you're consistent. Okay, what's this? What the fuck is on me? Oh my god. Dave, get it off, get it off. Touch it to see if it's no, don't fucking touch. Don't make quick movements though. Zane, stay right there. Зейн говорит, оставайся прямо на месте, как знаете, во многих комедийных сериальчиках. Типа хотят прибить муху, а херачат по телу человека. Oh my god. Жесть вообще. Scott, are you okay? Scott, what does that feel like? Explain to me. It feels like there's a spider on my face. It's the worst game. No, that's an animal! That's an animal! That's это Лайза, ребят. Dave, get it off me! Get it off me, Dave! No, 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 Liza. Don't move, we have to be next to it. Don't move, Thumbnail делает, господи. Don't move, be next. Жесть, вообще. Она говорит, я вообще ничего не испугалась, подумаешь, меня чуть не убила тарантула. В
Вот такая вот серия от Дэвида Добрика, ребят. Напишите, что вы думаете по поводу этой серии. Фрикс Яша, спасибо, что смотришь. Продолжай в том же духе, ребятки. Вам тоже всем спасибо, что вы смотрите. Если вы также хотите попасть в шатаут ко мне в конце видео, пожалуйста, комментируйте ютубчик, подписывайтесь на меня в инстаграме, на всех социальных сетях. Я буду очень этому рад, ребятки. Увидимся в следующем видео. Чао.